Приветствую вас на канале RedCat. Скоро выйдет на моем канале продолжение Backrooms'ов. Там вышло обновление и добавили еще очень много морфиков. И для того, чтобы вам их показать, я решил еще показать предыдущие серии. Я еще не все вам показал морфы, которые собрал до этого. И, соответственно, чтобы уже показать сначала их, а потом наше совместное видео с каналом Папа и Дочки Геймс. Так, ребята, вот такого я получил утенка, скажем так, жабку-лягушку. И вижу еще. Вот здесь снизу. Ну, давайте это возьмем потом. Сейчас обыщем, посмотрим, что тут еще можно собрать. Потому что я так подозреваю, что я умру, если прыгну в эти облака. Так, что это за ходы? Какие-то выходы? А, я просто обошел. Понятно. Ничего интересного. Я думал, что тут что-то будет. Вот такого великана я нашел. Так, хорошо. Можем даже сразу его примерить, одеть. Леший, да? Так. И теперь, ребята, пойдем прыгать туда. Вниз и заберем, собственно, еще один. Так, надо поменьше что-то сделать вот этим. Вот маленьким. Такси. И главное сейчас схватить. И готово, успел. Смотрите, розовое чудо какое. Я теперь стал розовым облачком. Вот таким летающим буду летать. А мне летать охота. Итак, ребята, сейчас мы опять со старта начинаем, и я пойду заберу Микки Мауса. Дело в том, что я ходил к такому чернильному, черненькому существу, который живет в такой темной комнатке. И здесь, ребята, я не запрыгнул в картину, куда я, собственно, сейчас и попаду. Вот, забираю, и, ребята, у меня теперь есть Микки Маус, прикольный. Все, можно отсюда уходить. И пойдем искать еще, что за морфики я пропустил. На самом деле, когда я закончил записывать для вас прошлый ролик, то мне оставалось всего лишь 10 морфиков. О, здесь я тоже не был. После чего добавили, по-моему, еще 20. Итого где-то 30 морфов у меня, по сути, еще нет. О, смотрите, что я нашел. Ковбоя с игрушек. Отличный мультик, кстати. История игрушки. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Так, ой... Это некрасиво получилось. Я так и не забрал. Тут нет случайно. Да хватит меня бить, эй. Я вот этот заберу сейчас и уйду от тебя. Я красотка какая-то. Так, да все, меня сейчас убьет, чувствую. Ладно. Давай я тебя обойду. Не хочу я опять рестарт делать. Давайте померим, что я там получил. Это что-то за принцесса. Похожая на принцессу Саладина. Ну, если она вообще на кого-то похожа. Так, ребят, я нашел досточку, вернулся к Шреку, и вот здесь вот сверху у нас есть еще что-то. Давайте посмотрим, что там было. О, кто это такой? Чем-то на Марио похож. Но это, по-моему, не Марио. Ну, или Марио, только с другой шапочкой. Короче, не знаю, напишите, кто это в комментариях. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. И идем дальше, ребята. Дальше проходим вот сюда вот и находим целую локацию. Забираю батарейку. Вот, и нахожу еще записку, что тут нужно ввести код. Я видел где-то код, по-моему, он как-то вот так вот был. Или 42, не, неправильно. Ладно, ребят, я думаю, что я долго буду так угадывать. Давайте осмотрим, что у нас тут еще есть. Так, ух ты, я тут не был. Не прыгать, хорошо. Или надо, значит, прыгнуть. О, я вижу морф. Так, давайте его тоже заберем. Красота. Желтенького. Так, и прыгнуть или не прыгнуть? Вот в чем вопрос. Когда пишешь, что не прыгать, обычно надо прыгнуть. Нет. На этот раз они действительно говорили о том, что туда прыгать нельзя. И сейчас, ребят, я попал к радужным друзьям. Представляете? Тут я смогу найти морфы для радужных друзей. Только где? А, вот. Ух ты, там какая-то секретная комнатка, но перед этим я заберу молоточек. Так, туда, судя по всему, надо как-то по-другому попасть. Давайте опустимся вниз. Вот. О, смотрите, ребята, там что-то в колбе есть. Сейчас не задеваем красненькое, туда проходим. Аккуратно. Так, боком надо как-то... Ай! Ай! Больно. Так, разбил. Я получил синего, но почему-то он с странными ногами. А почему он такой страшный? Так, тут еще что-то есть. Давайте это подберем. Теперь зеленый.
Но он какой-то не такой зеленый, как бы в «Радужных друзьях». Что-то тут не так, ребят. Давайте, наверное, умру, потому что я тут явно не выживу. И теперь пойдем обратно. Так, подождите. А здесь я ж могу забрать теперь? Да могу. Круто. Покемончика забрал желтого. Пикачу. И здесь я теперь могу открыть. Класс! Так, а что это за комнатка? А что тут интересненького? Опа-ча, я туда запрыгну, а там что? Так, тут какие-то предметы. А, это ключ. Я понял, понял, понял. Там ключ. Давайте какого-то прыгучего. Вот этот вот, который у нас вот. Он очень хорошо прыгает. Он легенький, он длинненький и хорошо прыгает. Поэтому... Есть! Перепрыгнул. Ух ты! Как его звали? Гарфилд? Что-то хочется сказать. И что в этом духе? Не помню. Короче, если вы помните, напишите, ребят. И здесь что-то еще. Ключик. Ключик у меня был. И я получил какую-то уточку летающую. Или что это такое? Птичка, не знаю. Что, все? А, вот. Не отдали все-таки. Ну, вообще, мне похож на тыкву, только зеленую. Зомба-тыква, короче. Человек-зомба-тыква. Все, ребят, отсюда ухожу. Также я нашел еще какого-то плута или кого-то. И давайте его возьмем. Вот. Вот такой вот. Гуф, плута. Так, хорошо. Don't jump. Тут мы уже были с вами. Молоток сейчас тоже заберу на всякий случай. Вдруг мне понадобится еще что-то ломать. Идем, идем. Так, где еще мы не были? Мы здесь еще не ползали. О, не зря зашел. Монстр. Новый монстр в «Радужных друзьях». Разобьем эту стену. Клево. Так, спускаемся вниз. Что здесь? Кажется, меня зеленый убивать пытается. Эй, ты что делаешь тут? Тут обычно оранжевый живет, а не зеленый. Ну да ладно. Смотрите, какого прикольного взял. Двухголового зеленого. Так, ладно, что ты, больше ничего тут? А, вот ключик, ключик. Он спрятал ключик. Теперь мы с помощью этого ключика открываем комнатку. Здесь что мы заберем? Давайте посмотрим. Так, сейчас я хочу этого Кощея Бессмертного двухголового. Как смешно, забавно смотрится. Но мне нравится классическая версия. Так. А вот и она. Давайте его сразу же и возьмем. Во. Да, этот больше похож на оригинал. Так, оттуда мы, кстати, приходили. Я видел, там, где досками закрыто, туда мы не пойдем. И вот эту вот еще отодвинем. И сейчас откроем дверьку. Интересно, что здесь спрятано? Может, оранжевый все-таки? Откройся. Так. Надо наверх подняться, я понял. Паркур у меня не очень все хорошо на этом. Может, я могу в прыжке забрать? Есть. О, ребята, это розовый. Мне, кстати, очень нравится этот персонаж. Надеюсь, что его действительно добавят во второй части. Кстати, ребята, кто действительно ждет вторую часть в «Радужных друзьях», обязательно поставьте лайк под этим видео. Ну, а я, наверное, буду отсюда уходить. Так, что еще, ребята? Вот здесь я могу поставить коробочку. Открылась дверка к крабику. Привет, крабик. С Эвейда, кстати, этот крабик. Так, хорошо, тут что? Я хочу такого крабика. Да ё-моё, вот может ты крабик? О, да, крабси. Нормально, нормально. Так, я сейчас хочу его переодеться. Вот такой вот у меня крабик. И пошли, ребят, будем еще собирать какие-то, я еще оставил вещи. А, вот здесь теперь я смогу в этом... Где этот ход был? Подождите, нет, я запутался, не сюда. Куда-то? А-а-а! Больно, вот сюда. Вот, у меня теперь есть возможность открыть это. Вот, разбить молотком, и что там? Ого, ты кто? Смотрите, какой чувачок смешной. Вот такой вот. Так, хорошо. В общем, ребята, это мы тоже забрали. Сейчас идем дальше, ищем, что тут можно еще подзабрать. Так, тут у нас у кролика я не был. Нажимаем тут все подряд. Тут какие-то у нас кнопочки. Вон там, под потолком кнопочка. Хорошо. Паскальный зайчик. О, вот это вот интересненько. Что тут такое? Еще один Микки Маус, только замотанный, перемотанный. Давайте его оденем, будем в нем ходить.
Так, ребят, совсем немножко осталось морфов для этой серии, но остальные смотрите уже с папа-дочкой Games, когда мы будем играть, там будут остальные морфы. Так, можно нажать на кнопочку, и получается мы вот такую вот еще девочку получили. Красивая, слушайте, мне нравится. Давайте я одену. Вот. Так, а такого зайца я не получил. Интересно, где его можно взять? Тут я его не вижу. Может, здесь это? А! Пал. Так, попробуем допрыгнуть. Так, так, так. Опа, есть. Опа, есть. Ну, заяц будет? Нет, смотрите, кого я нашел. Узнали, кто это, ребята? Скуби-ду, да? Так, хорошо. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. И давайте, ребят, сейчас последнее, что я хочу сделать, это ввести код. Мне ребята написали код, но, в принципе, я эту записку тоже находил. И было там написано LOL12. О, Among Us'ик, классно! Обалдеть. Among Us'ика. Класс. Ну что, ребят, я довольно-таки много еще морфов не нашел, но я буду искать их уже с канала Папа и Дочки Games. Также я в Пеппе нашел вот этого чудика, которого я пропустил. И сейчас покажу последнего чудика. Ну и напоследок, ребята, мы заберем молнию Маквин. Он находится вот здесь, и теперь я его могу забрать. Все, ребят, на этом у меня точно все для этого видео. Смотрите и предыдущие серии, кто не смотрел. Ну и обязательно не пропустите премьеру с Папа и Дочки Games, в которой мы будем продолжать собирать морфы. На этом у меня все, ребят. Спасибо, что смотрели. Пока!